Объединять не будут, парк «Патриот» построят, а рядом с ним и дворец единоборств. Проект нового моста через УПУ уже готов, а саммит «Улики и народ со стержнем». Сегодня исполняется ровно 2 года, как Тульскую область возглавил Алексей Дюмин. И впервые именно в этот день губернатор провел большую пресс-конференцию. Вместо запланированных 1,5 она длилась больше 2,5 часов. За это время было задано 30 вопросов, самые значимые в материале Надежды Милюхиной. Первая большая пресс-конференция и впервые в Кремле. Ровно 2 года назад Алексей Дюмин возглавил Тульскую область, и теперь он отвечает, что было сделано за этот срок. Вопросы задают представители всех СМИ региона, их в атриуме больше 1,000. Каждый ответ губернатора как отдельный заголовок. Среди первых улица Металлистов точно будет пешеходной. Точка. Даже после окончания ремонта автомобильное движение там восстанавливать не станут. Дюмин поясняет, иначе зачем было вкладывать столько сил и средств. И уточняет, средств вложено действительно много, но ни рубля не ушло из бюджета. А сроки строительства по факту рекордные. В той же Уфе 5 километров набережной делают 3-й год, и местной власти это обходится в 6 миллиардов рублей. Для Тульской набережной Дюмин нашел другой путь. Я был у Дмитрия Анатольевича Медведева, Шувалом разговаривал. Мы выбили у Минфина 150 миллионов федеральных денег, 150 миллионов федеральных денег на проектно-изыскательные работы. Эти деньги, 150 миллионов рублей, пошли из федерального бюджета именно на реализацию этого проекта. Все. Проект не 1 миллиард. Ни одной копейки из регионального бюджета нету. И я это делаю не для себя. Я не делаю для себя это памятник. Я это делаю для, в первую очередь для тех людей, которые здесь живут. И снова новость. Проектно-сметная документация на строительство моста через УПУ уже готова. В 2019 году должны приступить к строительству. Отдельно на пресс-конференции поднимает проблему работы общественного транспорта. Дюмин уточняет, регулирование пассажиропотока в Туле сейчас изучает специальная комиссия. Но журналисты настаивают, какое будущее ждет именно маршрутки. Ведь по общим правилам они не работают, льготного проезда там нет, четко по времени не ходят. Сложность добраться в часы пик, например, на работу, автобусы переполнены. Будет ли решаться в том числе этот вопрос? И как будет решаться вопрос с маршрутками? Есть перевозчики добросовестные, есть перевозчики недобросовестные. Группу лоббистов, серьезных лоббистов, которые там мешают, блокируют. По некоторым вещам идут на определенные провокационные методы. Типа мы сейчас, значит, вы так, а мы сейчас возьмем и завтра не выйдем всем составом на работу. Это саботаж, это не правильно. В Тульской области есть власть. Если власть не найдет в этом порядок, грош цена этой исполнительной власти. Чтобы дополнительно разгрузить центральные улицы, за пределы города вынесут автовокзалы. Новые схемы их расположения уже готовят. Но это планы, а вот расширение восточного обвода – реальность. Тем более именно там построят центр «Патриот». В этом году сдадут первую очередь, уточняет Дюмин. В следующем построят полосу для гонки героев и скейт-парк. По сути, в центре города появится закольцованная 10-километровая трасса для лыжников, велосипедистов и бегунов. И снова на строительство не потратят ни рубля бюджетных средств, добавляет губернатор. И это не единственный объект, который возведут на восточном обводе. Еще один проект, уже справа немножко, сейчас его рассматриваем, он находится в стадии, сейчас с федерациями проговариваем, это дворец спорта единоборств. Мы понимаем, хоккей, футбол, но у нас много спортсменов, много ребят, которые завоевывают призовые места, которые бьются как на рингах, так на коврах. Различные силовые виды спорта, которые тоже надо развивать, и у нас есть для этого потенциал. Найти средства на социальный проект, завести инвестора в регион – важные вопросы губернатор ведет лично. В ручном режиме приходится контролировать и работу местных чиновников. Журналисты спрашивают, как губернатор реагирует на жалобы об открытых люках и лужах на дорогах. Дюмин признается, это здорово, когда работает система и каждый человек выполняет свои обязанности. Но пока бывают и сбои. Некоторые вещи, которые действительно хочется дать по башке в прямом смысле слова. И чем мы в политкорректном состоянии этим занимаемся? Что хочется сказать, вот если не замечать этих люков, не замечать этих перекошенных заборов, то и не будет у нас, к сожалению, порядка пока на сегодняшний день. Пока приходится так. Корректно в области будут подходить и к мусорной проблеме. Эту тему также поднимают на пресс-конференции. Дюмин признает, срок эксплуатации полигона под Тулой закончится в 2021 году. Но уже сейчас идет конкурс на открытие нового. В области подбирают оператора, который этим и займется. Аккуратно власти подойдут и к вопросу строительства мусоросжигающего завода. Губернатор предлагает сначала посмотреть, как этот проект реализуется в Подмосковье. Это позволит избежать ошибок. Зато в оборонке Тульская область новатор. Именно Дюмин пролоббировал заключение 10-летних контрактов, что позволило нашим заводам планировать свою работу, но
этого мало. И сейчас губернатор добивается того, чтобы финансирование гособоронзаказа и выпуска гражданской продукции было разделено. Пока производство так называемой гражданки скорее риск для завода. Неизвестно, какой будет заказ и спрос. Хотя работа идет. Например, на Тула-Машзаводе хотят приступить к производству коммунальной дорожной техники. Так выглядят выставочные образцы. Все и снегоуборщик, и мини-экскаватора, газонокосилка, и асфальтоукладчик базируются на одной платформе. Но для перехода на гражданскую продукцию нужна именно поддержка государства. Этот вопрос Дюмин поднимал на федеральном уровне. И над ним уже думают. Успех для Тульской области – это открытие особой экономической зоны. Губернатор пробил этот вопрос в тот год, когда больше 10 регионов этого статуса лишились. Но в нашей области экономическая зона развивается. Первое производство уже запущено и по плану. В следующем году там будет уже 12 резидентов. С точки сдвинулся и вопрос строительства автомобильного завода китайского концерна. В нас поверили, кстати, китайцы. Забивали свои, там ничего не двигались никуда. Потом там съездили на переговоры, друг другу посмотрели в лицо, дали обещания. Я сказал, что все обязательства, которые вам были до меня, значит, озвучены, они будут выдержаны. Мы в кратчайшие сроки сделали для них необходимые коммуникации. Ожидаемым на пресс-конференции стал вопрос об уходе губернатора на повышение. Эти слухи регулярно запускают в прессе, делая ссылку на различных политологов. Вот и сейчас, задавая вопрос, журналист уточняет, что о переходе в федеральное правительство уверяет именно некие эксперты. Как политолог политологу заявляю, ни в какое правительство я не собираюсь. И боже упаси. Здесь я сам себе хозяин. И у меня есть ответственность и обязанность перед тем народом, который меня избрал. И я знаю эти задачи и уже понимаю, и в них разбираюсь. И я бы хотел тот срок, который мне отведен, полностью посвятить тем людям, для которых я служу и для которых я работаю. Он не собирается не только уходить, но и переезжать. Слухи о том, что в атриуме Кремля будут делать кабинет губернатора, ходили с момента, когда этот самый атриум начали строить. Никакого переезда не ожидается, отшучивается Дюмин. Слишком много времени тогда уйдет на перебежки из здания правительства в Кремль и обратно. Да и неудобно это. Послушайте, Кремль никто не брал за все время. За всю историю Кремля Кремль никто не брал. Ну придет Дюмин такой и возьмет Кремль. Боже упаси. Дерзкие, прямые, инициативные, со стержнем. Так Дюмин отзывается о Туликах. Он сам признается, что может дать волю эмоциям. Но сейчас учится их сдерживать. Не брать быка за рога, а проверять и перепроверять информацию. 2 года на посту – это срок. Тем интереснее, как сам губернатор смотрит на начало этого срока. Вот вы выходите из кабинета президента Российской Федерации. Вас назначили временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Алексей Дюмин, версия 2018. Что бы сказал Алексею Дюмину 2016? Вот что бы вы сами себе посоветовали? Что бы я бы сказал, выходя из кабинета тогда? Тогда я сказал, что не уверен в вашем решении. А сейчас бы я сказал, выходя из кабинета, спасибо вам большое, низкий вам поклон, что мне дали возможность прикоснуться к святым людям, к святому региону и к региону, который имеет большое значение для страны. 2,5 часа общения с журналистами, 30 вопросов. Алексей Дюмин обещает, встреча не будет последней. Он готов к открытому диалогу, благодарит за критику и просит журналистов работать сообща. Надежда Мюхина, Роман Тюкин, Руслан Кравченко, Первый Тульский.